a great day, I'm feeling good. Oh, the possibilities of what I could, oh, do with the world at my fingertips. My imagination brings a smile up to my lips. Oh, fascinated, I'm moving fast. Oh, I'm optimistic as the days go past. Oh, opportunity is here for me. So come along and take a look, because I want you to see. Всем добрый день. Сегодня наконец-то в Питере хорошая погода за все лето. Я рад с вами опять встретиться. И сегодня я отвечу на мной заданный вам вопрос, чем отличается подъем на бицепс двумя руками и поочередно. Много ребят, которые отвечали, всем спасибо. От ответов много очень правильных. Правильные ответы включаются, что когда мы поднимаем вес двумя руками, мы задействуем еще другие мышечные группы, это ноги, спина, плечевой пояс у нас задействован, на этом мы тратим еще больше энергии, соответственно, бицепс получает у нас меньше нагрузки. А когда мы работаем поочередно каждой рукой, у нас происходит супинация кисти, более подконтрольно, контрольное опускание, и работаем мы только одним бицепсом. Соответственно, бицепс получает более полную нагрузку и более полное напряжение. И так как еще поочередно мы работаем, не забрасываем, то сюда у нас та рука, которая находится внизу под весом, мышца у нас растягивается. Это что у нас значит, да? Мышца восстанавливается, когда она растянута. Если она растянута, значит быстрее восстанавливается. А если она быстрее восстанавливается, значит следующий подъем происходит такой же результативный. Все, и хотел сказать, ребята молодцы, много ответов правильных. Это значит то, что вы идете в правильном направлении, думаете головой сами, а не принимаете чьи-то глупые советы и тому подобное. И еще раз хотел сказать, что я рад, что вы с нами работаете, слушаете нас, смотрите. Значит, то, что мы делаем не зря. Всем спасибо. Можете пройти со мной до моего сына, я вас познакомлю. Иди ко мне. Опа. Вот так вот. Пойдем, я не там. Поздоровимся, пойдем. Вот так. Ну, к тетям не пойдем. Пойдем к дяденькам. О, мама, да? Ну, сейчас пойдем. Хотел вас познакомить с своим сыном, но он без мамы не может. Вот такие у нас дети. Ладно, ребят, до свидания. До следующих встреч. We're going